Ну что, поехали в Манхэттен? Ну да, вы готовы лететь? Конечно. Мы да. Часов 9, наверное. Авиакомпания «Бандерас» приветствует вас на борту вашего лайнера. Экипаж нашего корабля. Душа полгода тишина, его голос на радио, но у него своя волна. Она все ждет такси, огни Москвы, Манхэттен, прости. Кофе на столе, за окном лазурь, во-во-во-во-во-во-во. От глянцевых страниц так манит гламур. Ночью он придет, скажет ей лямур. Воп-воп-воп-воп-воп. И в квартирке на Лесной уютно и тепло. И все вроде бы ровно, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио, и он в общем не бедный парень в штате, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио, даже на лучшем его не знать ее совсем. Так за годом год, за зимой зима, за год. Она все так же ждет, ну когда, когда. Подруги говорят, все смогла б сама. Во-во-во-во-во. И может, правда, уже давно все было б как кино, но уже, наверное, без него. Она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио, и он вовсе не бедный парень, кстати, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио, наверное, лучше б ему не знать ее совсем. Большой город, огни проходят дни, и до сих пор она не смогла уйти. Все еще здесь, все еще с ним, все еще ждет на фото Манхэттен. А за окном Москва, время идет, пишет стихи среди звезд и луны. Пишет о нем, о том, что не смогла уйти, но у нее есть пару причин видеть цветные сны. Она осталась Манхэттен, прости, и все. И все вроде бы ровно, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио, и он вовсе не бедный парень, кстати, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Просто диджей на радио, и он считает, что зона ранней стадии. Она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио, это лучше б ему не знать ее совсем. Группа «Бандерас» у золотого микрофона.